have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и эта серия начинается совсем не так, как я планировал, потому что я такой думал походить сейчас, посмотреть, чтобы, куда бы можно было бы, у нас вроде есть куда пойти, я такой, ну я посмотрю еще, подхожу, а тут такая дверь, я думаю, ну я же ее не открою, подхожу, я могу нажать кнопочку А, нажимаю кнопочку А, и дверь открылась, я в таком офиге был. Так, это вот так, вот так. Теперь я могу еще вот так перемещаться. Вот эту штуку могу нажать. О, короче, ладно, думал походить за кадром, но нифига. Буду ходить, значит, сейчас в онлайн-режиме. А, это я себе шорткатец открыл. И заодно, наверное, же проход вот сюда. Ребят, отстаньте, ахаха. Игра, прекрати. Это у нас... Кстати, давайте посмотрим, может быть, я в лесной крепости могу куда-то попасть. А, наверное, могу. А, погодите, я в лесной крепости вообще не был ни разу. Здрасте. А это что? Что тут происходит? Почему я вдруг... А там сервак, между прочим. А как я теперь... Ага. Как я теперь обратно уже никого не волнует. Наверное, все-таки конец прошлой серии... это было что-то... Я не должен был туда попасть, да? Ага, вот тут есть проход. Я тебя понял. А как мне туда? Там лесенка есть. В общем-то, тогда у нас выходит просто 100-500 дорог для исследований. Я мог даже не ехать туда на лебедке, ну, на этой штуке. Поехали исследовать, я не против. У нас костер тут рабочий. Померло. Там померло, кстати, и тут померло. Интересно, что бы это могло быть. Ёперс, это... Вон там сокращалка какая-то, наверное. Хотя, черт его, что это будет. Мост надо как-то опустить. Померло, блин. Это мы уже видим второй костер, который мы не можем активировать из-за чего-то. У нас одна монетка там. О! Ах ты ж! А оно не умирает, если я его утаскиваю... А, теперь ты еще и спамить по мне будешь? А ты не офигел? Хорошо, давайте... Да-да-да-да-да, расскажи мне об этом. Я тебя убью, хорошо. Вот... Вот эти синие штуки... Мне они нужны, не нужны, они же... это очень странно, я так до сих пор и не понял, что это такое. Почему здесь показывают так крупно все? Я не пойму, ну вроде... Вроде я там нигде пройти не могу. Вот эта штука, она тоже не работает. За ней есть бумажечка, которая мне просто обязательно нужна. Больше вроде ни за что я зацепиться не могу. Мост как-то опустить. Ну, вроде тоже импосибру. Вот эта штука должна как-то открыться. Чего это? А, это... Угу, понял. Hmm.
Вон там есть лестница, но и туда я попасть тоже не могу. Ведь не могу же? Видимо, нет. Я пока что не знаю, как эти штуки активировать. У нас есть место с отключенным этим. С телескопом. Давайте еще раз телескоп посмотрим. Сервер тут. Сервер там. Сервер посередине. Вон сверху рычаг, я его вижу, да, но... скорее всего, этот рычаг у нас и будет мост опускать. Туда надо попасть как-то или вокруг. Или я даже не знаю как. Так, продолжаем срубать кустики там, где мы уже были. Давайте вот сюда поближе сейчас. Еще раз глянем, что мы можем сделать, может быть, если мы что-то можем сделать. Зацепиться я там ни за что больше не могу, вроде как. Да, к сожалению. Или я еще чего-то пока что не умею делать, или я сюда просто пришел не вовремя. Ну или я не понимаю. А туда я не дотягиваюсь. Чуть-чуть совсем. А, вон, снизу. Видите, лестница снизу как-то идет. Возможно, я как-то смогу оттуда подняться, чтобы пройти. Интересное место. Возможно, мне здесь просто дали некий такой, ну, не то чтобы спойлерочек, но вот, вот посмотри, что тут есть. Пройди, пожалуйста. Спасибо. Поехали обратно. Вроде как пока что я тут ничего себе намутить не могу. Это по карте находится вот здесь. А, это я перепутал со входом на восточный лес, кстати. И запечатанный храм. Это я открыл двери запечатанного храма. А как я его... Я просто подошел и нажал А, и оно открылось. Иди отсюда. Тут шорткатец. А куда он ведет? Я туда могу к сундучку сходить. Подождите, я туда съезжу, посмотрю. Мне интересно. А, я не дотягиваюсь. Тогда это с другой стороны надо будет, выходит. Ну-ка. Там 100 пудов можно будет тогда с той стороны до него доехать. Угу. Да. Это мы забираем. О! Осколочек бутылки. А сколько у нас их? Не та кнопка. Два этих осколочка. Супер. А денег у нас 80. А надо много. Денег 80, а надо много. Да. Стандартная схема. Это тут как-то вокруг обойти. Можно? Можно, конечно. И мы приходим ровно на это же место, где ступеньки. Угу. Оп! Вас тут три! Неплохо. Ну, против троих, согласен, меня вполне устраивает. Три ягодки. Ну, смотрите, если мне сюда, в принципе, наверное, больше никак не надо будет. То я себе шорткат открыл там внизу. Можно будет пойти где-нибудь возле костра почилить, да? Ну-ка, вы живые, нет? Конечно, живые.
То есть, в принципе, дверь можно... А, нет, дверь этого не... Я хотел сказать, что я сейчас выйду к двери, но нет, я не вхожу к двери. Так, тогда... Итак, это мы сейчас находимся сверху вот здесь. Угу, понял. Неужели? Да, я понял, где мы сейчас будем. Кажется, понял. Сейчас посмотрим. Погодите минутку. Ну-ка, ну-ка. А, это вот волшебный артефакт. Ну да, конечно. Та-та-та. Предлагаю его пока что поставить вместо заморозки, потому что мы знаем, что делает заморозка, а что делает вот эта штука, я пока не знаю. Это просто стрельба. Так, хорошо, давайте. Вверх, вправо, влево, вниз, вправо, вниз, влево, вверх, вправо. Что-то, да. Что, блин? Последнее сокровище, тайное место встреч. Пик фей. Тайное место встреч, запечатанный храм, каменоломня. Это места, которые я открыл, а, видимо, зашифрованные, это то, что я еще не открыл. Хорошо, а что если я сделаю вторую? Вверх, вправо, вниз, влево, вниз, вправо, вверх, влево. Нет, вторую уже. Так, 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 так. Нет, все. Я понял. Не то чтобы до конца, но что-то начало проясняться. Чуть-чуть, капельничку. Поехали вниз. А, стоп, а тут тогда что? Фига себе. А тут просто новая локация. Причем красивая такая, снежная. Ни чертища не видно. Если тут сейчас будет босс, я просто чеканусь. Я могу. Честно. Ёпарасоте. Сколько у нас? 134 деньги. Мне, получается, теперь есть смысл качать манну. Если у меня есть стреляющий посох. Заморозка, ну вот да, вот сейчас заморозка была эффективна, но по сути до этого я не скажу, что прям так много заморозкой пользовался. Поэтому, пожалуй, мне сейчас стрельба будет повеселее, чем заморозка. Почему я не отдохнул? Перед тем, как дальше идти. Вот почему? Вот, ну, вот что мне мешало? Мешала жадность, потому что это надо идти, потом возвращаться, потом опять всех перебить. Не, я так делать не буду, конечно. Нафига мне такое? Я сейчас какой-нибудь йети тут встречу, блин. О! А тут не все так просто. Да. Итак. Тут мне рассказывается про монетки. Лазурное кольцо опасности, зала перемены, сосуд удачи, колокольчик тишины. Это какие-то вот эти скиллы. Так. То есть, находишь. Что они как где делают? Понятно. Все, спасибо, все отлично. Насчет колодца. Кидаешь монетку. 2, 3, 4, 5. Непонятно, как это работает. Заманался я считать.
Это 20-я страница. Какие у нас есть? Погодите. Мы начинаем с 10-й страницы. Начало пути. Каким-то фигом это 10-я. Вот это вот я дверь открыл. В дальних краях есть сокровище, что было навеки сокрыто от мира. Говорят, что с ним можно победить саму смерть. Угу. Как позвонить в восточный колокол, как позвонить в западный? А, погодите, дверь открылась-то, наверное, потому что я позвонил в восточный и западный колоколы, правильно? Правильно. Как получить фонарик, затопленный колодец, западный сад, еще какая-то неизвестная локация, странно. Восточный лес, могила героя, капитан стражи, это я прошел, старый дом, затопленный колодец, темная гробница, западный сад, это я прошел. Какая-то локация, в которой я не был, но дверь все равно открылась. Страница 28. 11. Так, это понятно. Даже тут все на этом языке мне объясняют, спасибо. 13. Перекаты и зажми. Посмотрим, фокус на цели, да-да-да. Погодите, это вот 14-е, 15-е. Момент безопасности. Пыль покажет, ага. То есть, момент безопасности, он не... Вот, вот что меня подводило, кстати, на битвах с боссом, потому что я считал, что момент безопасности, он находится еще когда ты летишь в воздухе. То есть, получается, что у тебя момент безопасности только... Вот момент нажатия и следующие три кадра, а потом ты уязвим. Меня очень много раз били, когда я был в моменте переката, еще в воздухе. Но пыли уже не было. И я такой, какого фига? Ладно, я понял. Усталость это тоже понятно. Урон 150% понятно. Вот тут мы немножечко разобрались, капельку, чуть-чуть, где-то. Но какой-то артефакт мы еще не нашли. Так. А если хочешь стать сильнее, это понятно. В прошлой серии стало понятно. 20-е. Вот насчет этого бы мне еще кто-то объяснил. Ладно. 21-е. Храм, разрушенный атолл, старое кладбище, точка контрольная померло. 24-я страница. На 24-й... А 24-й страницы у меня нет. У меня 21-я, 26-я, у меня разрыв. И мне нужно, видите, он тут сидит и типа, подумает, контрольная точка померло, объясняется на 24-й странице, где это достать, о приземлении читайте в следующий раз, используем предметы, особые техники, сверяйся с картой, это я понял, спасибо. 20 монет, постоянно устаешь, зажми, что блин, так, 27, 28, 29, 30, 31, 30... Это вот, вот это место мы попадем? Кстати, да, возможно, оно и есть. Хранители, пауки. 33, 34, 35 я там был. 35, 44. Нормальный такой разлет. Я сюда за этим пришел? Нет, спасибо, конечно. Я брезговать не буду. Ну, разве что постоять, помедитировать. Я могу присесть? А, это скорейшее восстановление. То есть, если зажимаешь А, получается вот такая штука. Чему зло начинает играть? Воз... Ну, тут явно эта дверь, она тоже открывается путем нажатия чего-то где-то куда-то. Хорошо, запомним. Блин, а где мы сейчас, мы не знаем. Ну, знаем теоретически. Пошли отсюда. Я не знаю, как открыть эту дверь. Опять же, учитывая, как тут открываются двери, путем комбинации каких-то клавиш, еще что-то такое. Я там сейчас побывал, потом при монтаже серии я немножечко посижу, посмотрю, подумаю, как это все делается. Может быть, в спокойной обстановке, не на запись, я смогу найти какие-то подводы к тому, как это все делается, а там уже и посмотрим. Хорошо. Отсюда пока что валим.
Нашли уже с вами сколько? Две локации выходит, да? То, что я говорил, что нам туда, по-моему, еще немножечко рановато, поскольку здесь вполне могло найтись еще куча всего. Оно и нашлось. Шорткатец. Да я не то хотел. Оставь меня в покое. Ну что ж, тогда мы сидим, отдыхаем. И пойдем посмотрим, что... А, нет, стойте. Знаете что? Стой, стой, стой. Вот так. 250, 250. 300! А что так мало, блин? Ну ладно. Пойдемте тогда глянем, что у нас тут. Я не знаю, сколько это дальше по сюжету. Музон какой-то тревожный стал, что ли? А-да-да-да-да-да. Ха, спасибо. Все, все главное, все понятное. Как-то user-friendly interface, да? Так, у меня стало 16 выстрелов, кстати. Было 5, когда я подобрал. Стало 16. Ёп-РСТ. Ничего не хочу сказать, но типа, и чё это? Синее. Это мне каких-то три элемента надо сюда достать. Скорее всего, красное, и там будет зеленое. Но нам нужно RGB. Red, green, blue, как говорится. Да, зеленое. А вот это вот центральная... Как называется эта фигура правильно математически? Октагон. Вот. Она у нас на главном экране загрузки в виде, типа, не выключайте, идет загрузка. А. Ну, конечно, да. 3 секунды. Стоп, да? Вон сказано, контрольная точка померло на 24... А это надо попробовать. А это надо попробовать, погодите. Я такого не пробовал делать. Ну, это совсем не очевидно, но надо будет попробовать. Возможно, это активирует сервера. Ну, я их называю серваками, потому что ну, это очень похоже. Визуально, по крайней мере, я не знаю, что оно делает. И куда? Что, блин? Ладно, хорошо. С этой стороны мы еще не были, окей, признаю. Тут была лестница все это время. Погодите, это объясняет некоторые вещи. Если это активирует сервера... Не, ребят, не до вас. Вообще не до вас, вот серьезно. Знаете, что я хочу протестить? Вот что я хочу протестить. Оно работает хорошо. Получается, что нам надо. Ну-ка. Чуть-чуть жизни оставляет. Бунька. Мне нужно пойти... Собственно, я вот так вот сделаю. Я не буду сидеть на костре сейчас из-за этого. Давайте попробуем. Если таким образом я воскрешаю нерабочие сервера,
Это рабочий, потому что у него светятся фонарики, правильно? Офигеть! Так вот, как они активируются. Здравствуй, опа, Новый год, блин. И это все сервера, которые я прошел, они были не активированы. Ух ты ж. То есть это тоже можно так? Это мне, получается, по всей первой земле придется бегать и вот так вот активировать сервера. Укрытый в лесном храме. Унесен... Это шестая страница, кстати. Красный. Укрытый в лесном храме. Унесен за облака, запечатанный у самого основания мира. Шестая страница, надо запомнить. Можно было вниз, я видел. А это у нас опять торговец? Да. Он нам предлагает монетку. Остальное расходник. Ну, монетка, по сути, тоже, наверное, расходник. Надо попробовать, как пользоваться монетками, получается. Это я зря сделал. А на каком расстоянии от сервера я тогда могу эту штуку сделать? Я, по-моему, пробил себе проход, да? Куда-то через эти ящики. Да, фонарь у меня есть. Сюда можно пройти. В какую задницу я пришел? Вот мы с вами и узнали, как активируются сервачки. Потому... Вон, сверху веревка. Значит, сюда можно будет... Осколки ящиков, кстати, не растворяются. Ну, я понимаю, что это правильно, просто это немножко неудобно. Там подсвечники, вы издеваетесь. Пауки? Я думал, там везде вода. Я просто в воде перекатываться не могу. Ни чертища не видно. Вот тут можно попробовать с ним подраться. До свидания. А, можно было и второго взорвать. А он меня боится или это просто у него тактика такая? Но я его за два удара убиваю, ну... С нынешней прокачкой за два удара. Как было бы до этого, я не знаю. Можно пойти туда, можно пойти сюда. Монетки так компактненько сложил. Я тут нафиг заблужусь. Я не хотел уходить, он мне еще и уводит куда-то. Мне вот это так не нравится. Враги, которые начинают от тебя убегать. Знаете, в разных играх есть стрелки, которые выстрелят и начинают бежать от тебя. Как в этом мемчике. Why are you running? Это тут лабиринты.
Ну тут же запросто пропустить какой-нибудь секретный проход или что такое. Я уверен, что тут можно еще и взорвать что-то где-то. Я этого даже не увижу. Стоп, это большое. А это маленькие. Да, это большое. А это случайно не пауки, которые были, как знаете, в темном лесу, которые мне засаду делали? Да, это, по-моему, они. Просто я прокачался. И там были, по-моему, только большие, да? Тогда они мне хорошо накостыляли. Водопады. Да, сюда можно пройти. Интересно то, что мне... Да, нет маны, это, наверное, притянуть к себе врага. Но притянуться самому я же, наверное, смогу. Я очень на это надеюсь. Что я не потратил сейчас всю свою ману на это. Ну, я вижу, что я потратил, но я имею в виду, что я смогу с этим потом что-то делать. А как мне туда? Это не турель, случайно? То есть я могу туда переехать, но... Да ладно, это на время? Или нет? Грибы. А сюда нельзя. Хорошо, такой вопрос. А если вот так? А если еще раз? Ага, все. То есть ты просто активировал и все. Вот. Такой геймплей, это интересно. Может, вылезешь отсюда? Большого убили. Они все равно сложные, ребята. То, что они отходят, блин, это настолько бесит. Какие-то... Сюда я не могу дропнуться, да? Ну, то есть, в принципе, такой обилки, как дропнуться куда-то, у меня, в принципе, никогда не было. Тюрьмы! Что за казематы, блин? О, а! Ой-ой-ой-ой-ой, это прям хорошо. Я попаду прям, наверное, к началу, что ли. А нужно ли мне... Может, я пойду перезаряжусь, в самом деле. Если тут недалеко... Сейчас, погодите. Вроде как... Да, вот тут проход был. Там один паучок всего лишь был или что-то такое совсем... Да, я недалеко. Давайте я сбегаю, перезаряжусь. Тут вроде врагов на пути-то и не было как таковых. А если я вот здесь посижу? А здесь ты ничего не сделает. Хорошо. Тогда, ребятушки, давайте я вот это прокачаю, пока я вспомнил. Да. Стойте, я еще одни грибы нашел. Получается, я могу второй левел качнуть. Это же вот эти грибы были. Очки магии увеличились. Я теперь смогу больше фигни творить. Увеличилось до 20 и 10. Супер. Да, я нашел вторые грибы. Теперь я смогу прокачать магию на трешечку и очки здоровья.
Еще прилично. 250 и 350. Дофига денег, если что. Все, спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.